Вау, какой красавец. В доме Брюса Уиллиса 7 женщин. Жена Эмма Хеминг, две их общие дочери, 7-летняя Мейбл и 5-летняя Эвелин, бывшая жена Деми Мур сидит на его кухне и обсуждает с новой супругой Брюса своих кавалеров. Это же замечательно. Тут же рядом три дочери от брака с Деми Мур. Они в доме отца почти каждый день. Обожают младших сестер. Все вместе весело проводят время. Он и правда герой. Задача Брюса – обеспечить им освещение, не повредить себе спину, не занимать ванную комнату, не играть на любимой губной гармошке рано утром. Во французском фильме «8 женщин, 8 леди» жили с единственным мужчиной, и в результате его убили. Но Брюсу удалось создать такую атмосферу, что его 7 женщин любят. Я не в состоянии работать. Всей компанией в прошлом году отметили вторую свадьбу Брюса и Эммы. Они поженились в 2009-м, а в 2019-м обновили клятвы на берегу океана. 5 дочерей приняли участие в красивой церемонии. Деми Мур нарушила дресс-код, только она не была в белом. Что ж, продолжайте в том же духе. Ладно, не вопрос. Это большое семейство любит танцевать. У каждого свои фирменные движения. Именинник никому не уступает. Я уже говорил, что я тобой горжусь. Да, пап, говорил примерно миллиард раз. Сейчас Брюс разберется со своими женщинами, отметит 65-летие и готов, как всегда, спасать мир. Спасибо, что напомнила. С днем рождения, приятель.